хотел бы поподробнее про Мусу спросить, почему у него все-таки не получается набрать ритм, и что случилось после замены, он демонстративно так показался, не пожал руку, вы даже выговорили ему что-то эмоциональное. Ну, понимаете, это в любом случае что-то такое внутреннее, семейное, то есть это нормальная еще раз ситуация, когда ты что-то можешь с футболистами выиграть твою группу, потому что он это считает, что здоровый коллектив, такие вот перепалки могут быть. То есть, нельзя думать, что когда гладкий пушистый коллектив, с ним что-то можно выиграть. Поэтому ну, говорить о том, что на эмоциях, что наговорили, там, и продолжать там же быть, наверное, правильно. Еще вопросы? Спасибо.